аптечку. Это аптечка для дачного дома. На даче должна быть обязательно аптечка. Какие-то самые необходимые лекарства, бинты. Вдруг пораниться можно, что у нас и произошло. Как всегда, делаем все сами. Палец недавно порезали, нечего было забинтовать. Платком бинтовали, косынкой. Вот такой чемодан у меня медицинский. Это настоящая аптечка. Мне она понравилась тем, что можно ее вешать на стену. Она такая, подвешиваешь ее. Так, можно в разные стороны, получается, вешать. Кому как дверь будет удобно, все понятно. Можно так, можно так. Здесь все защелкивается. И даже вроде как можно какой-то замочек повесить. Это наша аптечка. На работе нам дали. Нам дали на работе. У нас таких много. Здесь какие-то лекарства были. Все отдали как есть. Вот так это все открывается. На работе они не висят, а просто лежат. Ну, мы, наверное, повесим. Вот. Дверь, кому удобно так, если перевернуть, дверь будет в другую сторону. Посмотрю, какие здесь лекарства предлагает эта аптечка. И можно будет уже складывать. Значит, здесь зеленка, бриллиантовая, зеленый, 10 мл. Здесь вот в таком пакетике, чтобы оно ничего не протекло. Ножницы канцелярские 13,7 см. В чехольчике канцелярские, но так как здесь для лекарств, здесь вот они, какой-то бинтик отрезать. Потом лейкопластырь медицинский 1 сантиметр ширина, 250 сантиметров длина получается. Вот такой он тонюсенький, прям маленький. Да, был. Так. Потом Фармитекс, одна штука, 70 на 10. Антимикробное. Покрытие атравматическое с лекарственными средствами для первичного закрытия лечения инфицированных ран и ожогов. С диоксидином, лидокаином, рутином и аскорбиновой кислотой. Все это стерильно. Указано для однократного применения. Такое что-то тоненькое. Вата медицинская. Вот обычная вата, не стерильная. Поэтому она вскрыта тут. Вторая упаковочка. 50 грамм. Две абсолютно одинаковые. Можно одну брать. Еще один пакетик кровоостанавливающее. Это для первичного закрытия лечения инфицированных ожогов. Это с йодопироном. Вот. Такое тоже. Не знаю, понадобится это, не понадобится. Здесь надо это все не понадобится. Но это все здесь лежало. И вот это микробное, антимикробное, это два. Положу, не знаю, лежат. Так, бинт марлевый, медицинский. Он такой прям небольшой. Бинтик нужен. Есть бинтик пошире. Этот 5 на 10, а этот 5 на 5. 5 на 10 и 5 на 5. Вот такой стаканчик на 30 мл. Капли глазные. Сульфацит натрия. Капли глазные 20%. Если что-то вдруг в глаз попадет, сроки годности октябрь 22-го. Это самые распространенные. Очень часто на дачном участке пыль, песок, ветра.
А вот такая коробочка. Это синтомицин. Мазь. От чего это мазь? 10%, 25 грамм упаковочка. Синтомицин. Что это такое? Показания к применению. Раны различные. Ожоги второй, третьей степени. Раны и ожоги. Вот, то есть ранка и ожоги здесь вот. Применять можно такую мазь. Ноябрь 22-го. Ну, на этот сезон нам хватит. Дальше здесь лежал лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе 1,9 на 7,2. Это вот такой стандартный размер с отверстиями. Пластырь. Так, ацетилсалициловая кислота 10 таблеток. Уголь активированный тоже 10 таблеток. Валидол с глюкозой 10 таблеток. Срок годности до 23-го. Еще одна ацетилсалициловая кислота. Аспирин. Аспирин. Так, это уже мое. Потом здесь вот еще уголь лежал активированный. Оно когда повесится, оно не будет тут качаться. Так, и винт медицинский 5 на 10. Это вот сюда. Лата, винты внизу. И еще жгут кровоостанавливающий одноразовый. Искрома. Это все сюда складываю, чтобы оно так было. Потом хочу показать. Это я уже лекарства свои докупила. Вот такой, как он называется, пластырь, что ли, резиновый. Им очень удобно. Намотал, и он не спадает. Тоже сюда, это уже мой я покупала. В фикс-прайсе купила хлоргексидин, дезинфицирующее средство 100 мл. Но хлоргексидин придется лежа. Перекись водорода тоже купила в фикс-прайсе. Так, вот этот пластырь. Это из магазина «Светофор». Очень хороший пластырь. У нас их много. Я покупала после операции. Нужно было. Вот, положила. У меня и дома осталось много. И здесь. Пригодится. Пластырь я потом сюда положу, вот на эту полочку. Взяла таблетки, которые уже мы пользуемся. Это Андипал. У меня давление бывает подскакивает, потому что я реагирую на погоду очень хорошо. Андипал. Погода скачет, и у меня давление скачет. Либо в обратную сторону цитрамон. Давление понижается. Цитрамон пью, давление повышается, андипал пью, пока вроде как помогает, не всегда, правда. Это ибупрофен, если что-то заболит. 400, 200 вообще не помогает, не покупаю уже давно. А дротаверин был там. Вот дротаверин, это ножпа. И уже здесь моя ножпа, вот я отрезала от домашней своей упаковочки. Ножпа теперь такая интересная. Раньше в баночках были, а теперь в коробках продают ножпу. И та, что в баночке, их по две нужно взрослому человеку было пить. Вот это теперь ножпа. Вот ножпа. Она теперь такая продается. 80 миллиграмм. Одну нужно пить. Ножпа. Ножпа нужна. Все, опустошила все, что хотела положить. Может быть, еще сюда положу, значит, от температуры парацетамол. Парацетамол, да, от головы тоже помогает. И еще возьму на дачу, на наш дачный домик, вот этот аппарат давления мерить. У нас их два.
Этот у меня самый первый. Он у меня работает от батареек. А потом что-то мне там не понравилось. У меня был период давления. После болезни давление. Никак не было не нормализовать давление. И терапевт прописала ежедневно замерять. В общем, я купила другой себе хороший. Здесь батарейки, груша. Я потом автоматически купила. Ну, вот этот тоже вроде нормальный. Вот еще дополнительная батареечка тут лежит, если с той что-то случится. Я не пью таблетки. Заболела голова. Она не может либо... У меня голова может заболеть либо от переутомления, когда я где-то долго, с голоду, от обезвоживания, либо температура, когда на улице резко может ветер, холод, это я тоже реагирую. В общем, я сначала замерю, а потом я пью лекарства. Повесим все это в домике у нас. Примерно место я знаю, скорее всего, за дверью. Кухня-гостиная за дверью, там такое место как раз за дверью, толщина есть, наверное, там мы и повесим, возьму с собой, прикрепим. И вот эта дверь в эту сторону мне как раз будет очень удобно.